Друзья, соотечественники, все здравствуйте. Так получилось, что события стали развиваться более стремительно. После моего открытого письма 30 ноября я получила просто невероятное количество откликов, слов поддержки, благодарности. Спасибо вам большое, это очень ценно. Вчера у меня, 4 декабря, состоялась интереснейшая беседа с очень мудрым и интересным человеком, психофизиологом, известным ученым Хасаем Алиевым, автором методики преодоления, преобразования энергии стресса, метод ключ. Был длинный разговор, полуторачасовой, и на него тоже огромное количество откликов, и среди... Просто слово благодарности, было очень много вопросов о том, а что же делать дальше и как же помочь. Так как я специалист по антикризисному управлению, я предлагаю запустить вот такой маленький, или как часть антикризисного плана народного. Я сегодня организовала канал Telegram «За Русь», в который я буду выкладывать гражданские инициативы, в том виде, в котором они, вот, можно их писать на Рой. И мне бы хотелось, чтобы мы все вместе обсудили их в комментариях, выработали наиболее лаконичные, грамотные, простые варианты предлагаемых решений для того, чтобы таким образом реализовать то, что нам принадлежит, власть в стране, потому что она принадлежит народу. Вот, поэтому с сегодняшнего дня существует канал «За Русь». Я вас призываю к нему присоединяться. В ближайшее время я начну выкладывать инициативы. В описании к каналу описано, как я вижу наше взаимодействие. В общем, я буду рада на ваши отклики, комментарии. До встречи в Телеграме.